Анатолий Трушкин. Моральный кодекс строителя демократического общества. Что такое строитель демократического общества? Это новый тип человека. Ведь еще никто никогда не встречал такого типа. Так вот, строителю демократического общества нечего терять, кроме своих цепей, колец и перстней. Строитель демократического общества всегда вовремя и полностью выплачивает налоги со всех видов своего заработка, приработка и офер. Он также подает пример поведения в общественных местах, в театрах, в казино, в публичных домах. Строитель демократического общества активно участвует в воспитании подрастающего поколения. Его правило – получил двойку, не получил наркотик. Строитель демократического общества следит за собой в быту. Его вид всегда опрятен, обувь чиста и деньги отмыты. Строители демократического общества не чуждо ничто человеческое, в том числе и культура. Его девиз – сокровища моего мирового искусства – мои сокровища. У строителя демократического общества все должно быть прекрасно – одежда, машина, дача, самолет, вертолет и теплоход. И, наконец, строители демократического общества – это друзья, товарищи и братва.